Так, получается, вот открыл крышку, и там вот жидкость насольная, да? Вот она какая красивая, чистая, прям слеза. Такая вот, и это получается как бы, ну, не пузыри, а вот именно что-то там внутри. Потому что, когда, я так понимаю, движок, головка треснута, то должны быть пузыри. А тут именно какая-то хрень непонятная. Снимал крышку. Ну, сниму еще раз масляную. Сейчас. Там как бы все. Сама как бы крышка. И там все как бы. Ничего такого вроде нету. Так, если посмотреть. Также осмотрел щуп масляный. Масло обыкновенно темного цвета. И сейчас еще откручу еще щуп коробки. Так, вот у нас щуп коробки светло. Так, могу настроить. Короче, светло-коричневая жидкость. Не темная, она такая прозрачная. Современная есть, но, блин, как-то странно себя ведет. Ну, короче, жидкость она светло-коричневая. Даже может быть светло-желтая. Я не знаю. Не дальтоник, но как-то так. Потом фотку сделаю, короче. Вот, и еще бачок. Расширительный, значит, тосольный. Если туда посмотреть, то там как будто то же самое, что там на дне, как будто то же самое, что и в радиаторе. То есть очень-очень-очень все похоже, блин. Но никакой пены нету, да, то есть в этом плане он не полный. Вот, кстати, там вижу на стенках какой-то белый налет. Ну да, значит, там то же самое внутри. Вот, и получается, все масла в порядке, ну, по крайней мере, пока.